Один трико и здесь. Да, потом. Здесь 50 грамм лишнего. Оплата это. Да, да. Ты не тяни резину, обратись к Расулу, пусть делает первую категорию. Я вижу, ты знаешь, ты в работе на салат. Твое мнение есть самое главное. Объясняй. Вот я так вижу, потому что так-то. Это самое важное. Человек понимает, что делает. А вот это то, что бумажник, не оставляет. Попросил, сделай, пускай первую категорию, книжку заполнил, полгода, год, задним числом там попросил сделать, все это заполнил, когда у тебя там поехать один раз на семинар, второй раз на семинар, сдать документы, это все походу сделать, надо просто вот так рукой не махать. Все проходит, потом сидишь, думаешь, со мной это начинал, он уже там, а ты ничего судишь. К сожалению, так очень часто бывает. Так очень часто бывает. Гравосеки бывают судят, уже международная категория, гравосек. А есть первая категория, республиканская, золото, судят хорошо, давай. Носочки снимай, документы сюда положи и навеси. Магомедов Муса. Магомедов Муса. 38 килограмм. Он что, бороться собрал? 41. Ну, да. Нет, 38, он за кого-то может бороться. Я что-то здесь подозрительно. Это не просто так. Дай сюда, фото дай. На меня посмотри. Только это же не он. Это же не он. Слушай, что у тебя? Твой тренер кто? А зачем тебя посылать по другим фото? А? Может, прическу поправил, да? Твой дядя? Это твои документы? Это не твои документы. Да, возьми. Какой-то парень, подожди, сюда дай, сюда дай. Вот этот парень пусть сюда придет сейчас. Парень пусть сюда придет, который тебе дал документы. Вот здесь они у нас. Вот иди его позови сюда. Туда иди сейчас. Эй, Мухаммад, ты можешь навести стол? Сколько? 50 грамм лишнего. 50, значит 50. Это чей ученик? Это вообще это беспределение. Я же говорю, он пока не придет, эти документы мы не вернем. Пусть придет сюда. 250 грамм лишнего. А давайте, вы документы в руки не берите без нормы сейчас. Сейчас все, кто гоняет, пусть. Сейчас аферисты, да? Вот она, интрига уже. Я еще раз повторяю, эти документы, хозяин, подойдите сюда, иначе они здесь останутся. Ерундой заниматься, зачем здесь? Что там, мальчик наглеть? Не, мальчик ни при чем, его сбаламутили. Мальчика я не вижу, это сделал тренер. Умышленно, намеренно. Это сделал тренер. Зачем? Что, дураков нас видит? Зачем это делаете? Да нет, мальчик все открыто сказал. Там посмотришь по документам, где мальчик он. Мальчик уже все, вот это говорит, дали мне. Фамилия как тебе? Сейчас разберемся, давай нарисуем. Вот так. Эй, группа поддержки ушли. Пусти, давай, последний путь. Группа поддержки. Легкий кадр. Сейчас я не уходу. Я вижу, да, да, да. Ну оно не уходит. Он же не знает, кто ли что не делает. Вот чуть-чуть побегал бы он, уже ушел бы. Он ничего не делал, он просто походит, приходит на ура. Талик пошел 50 грамм. Я не так, легче еще. Вот свисток ждем, как свисток мы его, я закрыл. Я ничего против этого. Свисток будет, я закрою. Вот там кто-то тоже взвешивает, я жду. А так взвешивание уже давно закрылось. Вот свисток слышим.
52 минуты. Вот здесь на меня срать хотят. Это дружба. А как это называется? Ты я знаю не хочешь. Вот пусть подойдет этот человек ко мне, я ему отдам. Я тоже человек, я не зверь. Кто за базир? Секунду, базир. Туалет. Это кто? 41? Один трико. Лишний, все, домой. Лишний закончилось. Лишний закончилось, если лишний. Все, домой. Где твой? Если идет, идет. Я ухожу уже. Вон он идет. Фамилия как его? Багаудинов. Абдулла? Да. Вот Акашерова. Давай. Документы где у тебя? Вот, да. Проверь, Асхат, документы посмотри. Отойди в сторону, ты меня не слышишь, что ли? Один трико на плечи. Они все хорошие мальчики, мы не против них. Мальчики красавчики. Нормально встанет, 50 было у него. Нормально встанет. Лезь, еще раз встань. 50, не двигайся. Давай, встань еще раз. 100 грамм лишний. 50 было сейчас. Ну я не знаю. Да, вы быстрее, видите, да, сами же видите, я же не придумал. Можно на той стороне? Да, еще третий раз. Все, взвешивание закончилось. Удох от там проверьте его. Я не жду, взвешивание закончилось, я сразу сказал. Я не жду. Он там взвешивается. Там не надо взвешиваться, здесь взвешивается. Для тебя могут обмануть. Это с главным судьей разговариваю, брат. Я же против тебя еще ничего не имею. 50 грамм. Это трико весит. Все, забирай. Забирай эти бумажки, пошли. Иди сюда, слезь, Рашид, сюда. Иди быстрее, останешься. Встань дома. Встань, иди. Встань, да быстро. Имам. Сейчас она не трогай, не трогай. Что ли все? Да, он все.
Только у меня что-то можно тебя в банк мы объявили 8.45. Мирза, посмотри, да, у него со всех сторон камеры на нас направлены. Я извиняюсь за беспокойство. Я извиняюсь за беспокойство.